расскажите, пожалуйста, с чего все началось вообще? Сегодня? Да. Пойдемте. Мы нашли информацию, что собираются в Дендер-парке. К тому моменту, как мы подошли уже сюда, все уже собирались у цирка. И началось движение в сторону декабристов. И со всех сторон подъехали менты без мигалок, втихую. И просто 15 человек, я не знаю сколько, очень много людей без формы, просто в черном, в балаклавах, начали забирать людей. Начали все бежать в разные стороны, разбегаться кто куда. Вот, и все, собственно, мы здесь. Никакого уведомления, ничего не было, просто люди выбежали, да, и начали забежать. Да, просто вообще ничего. Подъехали со стороны 8 марта, получается, одна машина с мигалками, из нее вышли полицейские в форме, буквально на человек 2-3. Потом просто ниоткуда они взялись, в черном вот эти вот. У них никаких не было обосновательных знаков вообще, просто ОМОНовцы в черном полностью. Ну, а вас вот здесь задержали? Нет, никого, мы все убежали. У нас вот мы троем бежали, одна девочка просто шла спокойно, никуда не рыпаясь. Она, ну, мы все как бы пока что здесь. Я надеюсь, так и останется. Хорошо, спасибо. Сейчас все, кто успел убежать, сотрудников полиции, сейчас все вот пошли в метро и каким-то образом разойдутся.